Мой. Здравствуйте, друзья. Это Вадим Прядко. У нас бычка на откорме. Некробактериоз. Видите, характерная картина. Отек сильный, гиперемия. Растопыренные пальцы. Убираем фекалии и находим саму ворота инфекции. Как зашел возбудитель. Обычно это небольшая ранка какая-то. Или даже может быть трещинка. Вот так и есть. Вот мы видим здесь трещина. Вот рана. Гнойный, хорошный эксудат вонючий. И кондиции такие у бычка уже, что его уже как раз и на бойню надо скоро отправлять. И это заболевание не позволяет нам это сделать. Мы должны его полностью вылечить. Фиксируем повязочку. Фузобактериум микрофлора живет в обыкновенном навозе бычьем, да? Потому, конечно же, он может проявиться в любой момент у любого животного. Маленький, маленький. Давай сюда, сюда. А ну, хлопчик, давай, давай, давай. Давай, пошли. Опа. Пошли. Прошу вас, проходите, только после вас, прошу, нет, 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 вам сюда, сэр. Животных бить, там сильно кричать на них, да, они и так слушаются вас, только нужно быть вежливыми с ними, спокойно попросить, объяснить, что вы хотите. Например, не надо бить его, а ему сказать, что: дорогой, сейчас нам нужно пройти в конюшню, и там для тебя выделен денник, отдельный денник, там тебе постель, отдадут тебе есть там. И, соответственно, сам ты будешь лечиться. И все, и видите, бычок сам идет себе прекрасно. Я абсолютно не бью его, не подгоняю, там, не кричу на него. И это не то, что какой-то тренированный бычок. Это просто бычок себе из стада. Не бойся, не бойся, давай, давай, иди маленький. Иди, иди маленький, иди, иди. Oh,
друзья, наш пациент бычок прошел уже курс антибиотикотерапии. Цефтиофур мы использовали на протяжении 3 дней, а также использовали стероидное противовоспалительное средство дексаметазон. Конечно же, результат сразу же дал про себя знать. Как вы видите, вот задняя правая конечность, отек спал, хромота исчезла полностью. Сейчас надо еще проинспектировать саму рану, какое состояние самой раны у него. И принять решение, ставить ли вторую повязку из мази Некрол, или уже не ставить, или просто внешне обработать без бандажа, без повязочки. Извечный спор о повязках. Вот. Западные, особенно канадские, американские специалисты категорически против повязок, потому что они не находятся возле животных и не могут следить, чтобы их вовремя снимали. Я же за повязки, потому что я здесь на месте, я могу проследить за ними, и, соответственно, я вижу намного лучший эффект под повязкой, чем без повязки. Особенно, если вы не можете создать надлежащие условия сухости и чистоты содержания после. Ну, сейчас вы видите, здесь просто результат офигенный, да? Видите, полностью отек спал. Мы здесь не видим никакого отека. Вы видите, уже все вены проступают, все, нету гипермии никакой. Вот. Но межпальцевая щель, я здесь вижу еще остатки поражения. Вот. Комплексная терапия вот этих вещей должна быть, если речь идет о межпальцевом. Если речь идет о межпальцевом некротическом дерматите, да, видите, здесь есть еще рана, все, то здесь только комплексное лечение. Антибиотики, стероидные или нестероидные средства, а также местно антисептики, какие вам по душе. Мы используем свою мазь. Видите, здесь пошла уже регенерация, некротических тканей уже здесь нету. Вот. Пошла регенерация. Соответственно, мы наложим еще одну повязку для того, чтобы окончательно рана зажила. И посмотрим его снова через несколько дней. Бандажик, легкая такая повязочка. Я не использую сейчас скотчев никаких. Я использую такие легкие повязки. Я вам хочу сказать больше. Эти повязки, они самостоятельно отпадают. На второй, третий день они развязываются и отпадают. Потому никакого абсолютно там проблем с ними нет. С ним повязкой. А зато лекарство, оно хотя бы сутки действует на патологический процесс, они помада. Вижу хороший результат, здесь все нормально. Вообще фузобактериум некрофорум, к счастью, это она легко лечится. Главное, комплексно и сразу энергично лечение проводить, не затягивать, не ждать, что оно само пройдет, а сразу проводить терапию. Вот видите, нога вся, вот здесь можно сравнить, что эта нога, что это, фактически проступают кости, вены, фактически отек сошел. Это самое главное, потому что с раной уже проще бороться, чем с отеком. Потому что если с отеком не бороться, не работать, идет прорастание соединительной ткани, но эта нога, конечно, может так и остаться такой увеличенной. Мы называем это колодка или бревно. Нога как бревно становится.
Вот такие дела. Помогатор.